Приветствую вас. Давайте откроем ваш вопрос. Если я еще живу с родителями, значит я еще ребенок и должна жить по их правилам. Работа есть. Вопрос сложный. И достаточно неоднозначный, потому что в каждой семье, в зависимости от отношений, в каждой семье, в зависимости от характера взаимодействий, вот, и в том числе, там, в зависимости от людей самих, то есть, вот, ну, от самих людей, да, от их характера, от их, значит, скажем так, от их эмоций, вот, от их психологических особенностей. Вот. Эта ситуация, она может по-разному себя проявлять. Вот. Но лично я думаю, что если вы работаете, то вы можете жить сами, вот, если это не касается родителей, ну, ваших вот, напрямую, как бы, если не касается, да, вот, то вы можете жить сами и жить вообще вот так, как вам хочется, но пока это не касается родителей. В остальном, в том, что касается быта, в том, что касается организации хозяйства и так далее, ну тут вот, да, тут вы, скорее всего, действительно будете подчиняться, правда, вы будете подчиняться родителям, вот, скорее всего, потому что это их территория, и это их значит, ну, их право, то как вот, ну, все вот организовывать. Вот. То есть тут вот, ну, к сожалению, да, вот так. А должны ли вы жить по их правилам? Я не думаю, что это правильно. Такая постановка вопроса, ну, потому что никто никому ничего не должен в этом смысле. Вот. И вы не должны на самом деле. Но вы можете договариваться с родителями своими. Вот. Вы можете договариваться, вы можете искать какие-то компромиссы, вот, вы можете, ну, вот, не побоюсь этого слова, да, устроить торги какие-то, то есть, в этом смысле все зависит от вас, но должны вряд ли. Вот. Если родители нас принуждают, то здесь очень важны личные границы. Если родители вас к чему-то принуждают, вот, то очень важны личные границы. Смысле? Вот. Почему, да? Потому что
Где-то. Вот где-то и в чем-то. Ваши родители могут быть правы относительно, ну, своих требований, особенно когда дело касается там, их вот, ну, их особенности, да, их, значит, ну, предпочтений и так далее. А в других случаях родители могут быть неправы, требуя от вас действий, которые, в общем-то, к ним не относятся. А, ну, вообще никаким образом. Это нужно различать. А, эти, ну, вот эти вот вещи нужно обязательно различать. А, вот. А, и на то, что не касается ваших родителей, учиться давать отпор, вот. Невзирая на вот, ну, какие-то свои ощущения, да, такие как, там, допустим, чувство вины, например, и так далее. Вот. А с чем соглашаться? Вот. Ну и понятно, совершенно понятно, что все решается в индивидуальном порядке, все решается в индивидуальном ключе. Вот. И успешность этого, ну, успешность решения зависит от, только от вас, по сути. Вот, и от того, как, ну, насколько вы, от того, как вы выстроили свои отношения с родителями, насколько для них имеет значение вам чем-то, ну, потакать и так далее. Вот. То есть, если, ну, ваши родители поступают благородно, да, значит, ну, то это хорошо, если вот. Ну, если ваши родители поступают хорошо, вот. А если вот нет, то есть если они вот, ну, как-то решают, выбирают, да, пользоваться своим правом на, ну, там, на территорию, например. Вот. Ну, это уже вот с этим вам, скорее всего, особо ничего не поделать. Как-то так. Ну и сами подумайте, вот если у вас есть какие-то, значит, ну, там, предложения. Да, если у вас есть какие-то предложения по поводу правил, то есть вы считаете, что, ну, какие-то правила некорректные, да, там, и так далее, например, если вы так считаете, опять же, вот, то в этом случае подумайте, как будет жить с вашим, значит, вашим родителям.
как они будут жить, как им будет жить. Вот. Ну, в случае, если вот, эти правила изменятся. Ну, по факту, да, по сути. Вот. А вот ну, такая история. Вот, то, что я могу вам вот, сказать. Вот, пожалуй, все на этом. Значит, всего вам самого доброго. Удачи. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу, позволит вам начать над собой свободу. Вот. Всего вам самого хорошего, удачи, обращайтесь.